Всем привет, с вами я, Павел Первый, мы продолжаем проходить GTA 3 и продолжаем выслушивать истории Дональда Деки. A lesson in business, my friend. If you have a unique commodity, the world and his wife will try to wrestle it from your grasp, even if they have little understanding as to its true value. SWAT teams have cordoned off the area around my associate in the package. Get over there, pick up the van and act as a decoy. Keep them busy and he should make good his escape. Вот так вот. Короче, мы теперь приманкой будем. Так нас решил использовать Дональд. Как такой? Ты стал мало платить! Так, не туда, не туда, не туда. В общем, вся миссия сама по себе усложняется тем, что нам сразу же зачисляет аж целых 6 звезд. Танков не будет, но зато будет куча ментов, которые вечно вас толкают. И надо держаться в течение 2,5 минут. Полагаемся только на интуицию и едем куда-нибудь подальше. Вау! Вы видали, да? Нет! Фейспалм! Чё за херня? Вот это был очень типичный фейл. Провалился сквозь текстуры, блин. Это обидно было, однако, на самом деле. Ну, в общем, мы выдвигаемся к своему гонщику. Сядем. Потом будем ехать куда-то как. Будет возможность ехать на тарелку. Как видим, пару куповских машин, плюс вот эта спецназовская. Вообще могли бы их взорвать. Видите, да, все отстеклено. Так, я сюда лучше заеду, чтобы не мешало. Так, мы можем вот отсюда проехать. Ну, в общем, давайте сядем. Итак, как только мы садимся в фургон, мы получаем моментально 6 звезд, и за нами гонится голоднейшая толпа ментов. Выезжаем вот так как-то. И валим. 3 минуты. Даже не 2,5, 3 минуты. Этот рандулет, он не маневрирует вообще, яйцом по этим коркам сбирается. Я бы не сказал, что он прям супер прочный. Надо бы найти такое местечко, в котором их нет. Смотрите, блин. Толпа, толпа. Все они едут. Давайте свернем сюда. Все, и хрена с два достанут. Всего один мент. Так, садимся. Ё-моё, сколько же повреждений получил-то? Это была не самая удачная идея. Оставить фургон так. А! Они теперь все назад едут! Пошли вон! Что ж, спецназовцы не стали меня врезаться? Пойдем обратным обманным путем. Тормози-ка. Я в другую сторону поворачиваю. Так вот кругами пускай едет. О, мент сзади пропал. А, не, вот он. И так еще минуту надо ехать. Чтобы не прибавлялось больше новеньких. Так, тихо! Все. Взорвись. Приперлась новая машинка. Не
Ничего, красавчик, утонул. Так, еще 40 секунд. Надо держаться. Вертушка нам ничего не сделает. Там две вертушки! Две вертушки! Вот это жесткач. Что-то у вас прибавилось, поцики. Давай, провались. Так, еще 15 секунд. Четыре, три, два, один. 35 косарей. Ну ладно, неплохо. Хотя можно было бы и 50 дать. Так, задание Дака у нас продолжаются. Ну а их мы продолжим выполнять, соответственно, в следующих сериях. Ну а на этом пока что все, мои друзья. Надеюсь, вам понравилось. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте, добавляйте видео в избранное, а также делитесь им. Я постараюсь найти выход отсюда, а то я чуть немного заблудился. Всем пока.